Хищение криптовалют стало индустрией с прибылью порядка 200 миллионов долларов в год. Результаты исследований английской фирмы Autonomous Research. Директор финтех-стратегии данной компании Лекс Соколин говорит, менее чем за 10 лет хакеры украли биткоинов и эфиров на сумму 1 миллиард 200 миллионов долларов. Учитывая взрывной рост стоимости валют в 2017 году, сегодня эта сумма была бы намного больше. Недавнее исследование Cisco Talos обнаружило уязвимость блокчейна, которая может привести к утечке информации. Впрочем, новая реальность создает новые возможности для компаний по кибербезопасности. Многие фирмы могут перепрофилироваться для защиты инновационных систем. По данным Wintergreen Research, рынок программного обеспечения и услуг для защиты блокчейна может вырасти до 355 миллиардов долларов. В 2017 году он составлял всего 259 миллиардов долларов.